Привіт, латифундисті. Мій сьогоднішній співрозмовник В'ячеслав Петріщ, це голова ради директорів компанії ЛСІЦ. В'ячеслав Іванович, вітаю вас. Добрий ранок чи добрий день. В'ячеслав Іванович, ви один із небагатьох учасників ринку, хто вголос говорить про маніпуляції навколо роботи зернового коридору. Рівно місяць тому ви писали про те, що не так страшні російські воші, як українські гниди. І це ви приводили на прикладі того, що зараз чи не будь-хто на ринку може побудувати а-ля термінал, поставити цистерну там в 30 кілометрах від порту, називатись терміналом і претендувати на квоту в зерновому коридорі. Скажіть, чи помінялась якось ситуація і що взагалі зараз із роботою коридора? Ну, смотрите, то, что касается именно вот этого вопроса по поводу строительства в 30 километрах, то таких случаев на сегодняшний день много, я их даже перечислять не буду. В частности, даже в том посте, о котором вы говорите, даже не надо ходить далеко, там, за 30 километров, например, Одесский припортовый завод, который никогда вообще не занимался перевалкой никакой сельхозпродукции, это не его вообще профиль, но вот прямо сегодня у него есть квота, и он якобы что-то переваливает. Скажу честно, я даже не знаю, что он переваливает, и не знаю, на каких мощностях. Это первый вопрос. Второй, с точки зрения генерального положения, что сегодня действительно россияне блокируют коридор, действительно есть с этим проблема. Это объективные вещи. Я бы их разделил, объективное, субъективное. Объективно, что да, действительно коридор работает плохо. Объективная вещь, которую мы, это вот, возвращаясь к пословице насчет вшей и гнит, да, что мы сами, в общем-то, между собой, сами себе вставляем палки в колеса, как бы усложнить жизнь, в общем-то, своим же экспортерам, своим же переработчикам, своим же терминалам. Я вообще всегда был, есть и буду ярым сторонником рыночных отношений, равного доступа к инфраструктуре всем. Неважно, ты в 30 километрах или ты прямо в порту, откровенно говоря, мне лично все равно. Мне лично все равно, в какой порт едут корабли. Одна из мотиваций этой квоты была якобы, что много лодок едет, там, ну, например, там, в Черноморск, и очень мало едет в Одессу. Да, либо едет очень много в Южно, но мало в Черноморск. Вы знаете, я считаю, что, и моя позиция на этом основывается, что если, например, там, в Черноморск или в Южном есть действительно эффективные терминалы, люди, которые вложили туда миллионы, миллионы, миллионы долларов, в развитие своей инфраструктуры, в сервис, то есть это имеется в виду и быстрая эффективная приемка, сохранность качества, быстрая-быстрая погрузка, что очень важно для клиентов, да, в сегодняшних условиях грузить максимально быстро. И если клиенты тянутся к этим терминалам, поэтому туда фрахтуется много лодок, я лично только за это. Это нормальное абсолютно явление, каждый ищет, где ему лучше и эффективнее это делать, да. С другой стороны, вот распределение по принципу нет, там, конечно, эффективно, это хорошо, но есть еще там сарай с двумя лопатами и с одним бульдозером, который тоже умеет грузить на судно и хочет сильно грузить, он, правда, грузит там 1000 тонн в сутки. Поэтому судно, которое к нему заходит, грузится там месяц, но клиенту нет выбора никакого, он вынужден идти к нему, платить ему дурные деньги и стоять месяц под причалом, грузить свои грузы. Вот простая, банальная, сермяжная правда жизни. А чему тоді К чему клієнт, приводят вот эти распределения? Вячеслав Іванович, а чому тоді клієнт йде до такого, ну, псевдотермінала? Ну, тобто, знаючи, що він 30 тонн в сутки вантажить, який сенс йому йти? Чи А просто на значит, у него просто это, ну, просто у этого терминала есть квота. Клиент может пойти ко мне, конечно, но вот в сегодняшней ситуации у меня нет квоты. И поэтому ко мне иди хоть за какие деньги, хоть 100 долларов мне плати, хоть 1 доллар мне плати. Но погрузки-то я сделать не могу, потому что меня просто игнорят. Вот и все. А у того терминала с лопатой и с бульдозером, у него есть квота, значит, лодка туда точно зайдет, и его можно, а, грузить таки месяц, б, можно купить у него эту квоту, и после этого перешвартовать лодку, например, на более эффективный причал в рамках одной акватории одного порта, на крайняк из порта в порт перегнать. То, о чем сегодня, кстати говоря, говорили на радио, кто-то там задавал вопрос, а можем ли мы из Черноморска перегнать в Южный. Это тоже манипуляция, подчеркиваю, я вот даже не хочу обвинять, что это там коррупция. Люди крутятся как могут. Но им дали условия, что Черноморск. Все, они гонят лодку в Черноморск, потом перегоняют ее в Южный. То ли покупают квоту там в Черноморске, то
то ли это их терминалы, они оттуда потом все равно перегоняют, имеют квоту, но перегоняют в Южном, уже там более эффективно это использовать. Я не знаю, это уже второй вопрос. Но это происходит прямо сегодня. Нравится это кому-то или нет, это факт. В чому питання? Чому вам не дають квоти? Сьогодні Юрій Васьков на нараді згадував про те, що 90% заявок по порту Південний, вони відхиляються російською стороною, якщо я правильно вловив його думку. Тобто тут питання, що це росіяни нам палки в колеса вставляють, чи ну, ви тут бачите упередження із української сторони теж? Смотри, Константин, возвращаемся. Только что на то Василий. Есть глобальные вещи. Там, где россияне действительно объективно сегодня блокируют работу всех в целом, и Южного в частности, особенно Южного в частности, да, по причинам там, ну, каким-то им известным. Есть вторая причина. Это неправильное или вообще присутствие этих квот, либо неправильное их присутствие. Вот и все. Поэтому мы сегодня заблокированы, нас просто игнорят, нас не включают ни в какие списки. Вот после уже последних скандалов, спасибо министрам всем, похоже, они что-то начинают слышать. Спасибо им огромное, скажу еще раз, я всегда говорю спасибо, если делают хорошо, если делают плохо, всегда буду ругаться. Спасибо, нас вставили, наши лодки, точнее, вставили в списки там GCC, да, и то, как они объясняют, потому что квоты все равно не работают. У меня просто вопрос, зачем их вообще было вводить, эти квоты, и зачем они на будущее? Пусть лодки, каждая пришла. Смотрите, ведь это простая математика. Вот я бизнесмен, мне надо фрахтовать судно. Я груз собираюсь грузить там, ну, например, в Черноморске, в Южном, в Одессе, абсолютно неважно где, в одном из этих портов. Я смотрю на пропускную способность Босфора и смотрю, какая очередь в Босфоре. Да. Я вижу, там стоит 120 лодок на сегодняшний день, и проезжают из них там 3 лодки в день, например, да. 120 делю на 3, получаю 40 дней. Умножаю на количество демериджа, которое мне за эти 40 дней накапают на моем судне, и принимаю для себя решение. Окей, я беру это судно, да, я подожду эти 40 дней, я зайду в тот порт, который я хочу, потому что там оно будет грузиться 2 дня, а не еще 40, например. Либо я приму другое решение. Окей, мне это неинтересно. Я, закрываю завод, я закрываю терминал, либо я начинаю возить свои грузы в Измаил, в Рими, либо я начинаю грузить в контейнера и вести транзит там, через Гданьск, через Польшу. Понимаете, мое решение, оно бюджетное, финансовое, материальное, его можно пронюхать, прощупать. Я здесь больше заработаю денег или меньше потеряю. Это вопрос математики и экономики. А вот когда вот такая ситуация, когда я понятия не имею, мое судно зайдет на второй день, или оно будет 3 месяца стоять, как вот сейчас там заходит судно Торг, оно стоит там с января месяца, 90 дней. Я сочувствую судовладельцам, скажу честно. Ой, точнее, фрахтователям. Это ненормально. Это ненормально, просто-напросто. Скажіть, скільки ваших суден зараз стоїть у черзі? 2. Якого об'єму? 35 тисяч тонн олії і 65 тисяч тонн шроту. Це виходить, вони і на вхід, правильно? Досі ви чекаєте черги на вхід? Так, так, так. Скажіть, а як розраховується там демередж по олії? І як він співвідноситься, наприклад, із втратами, якщо це там порівнювати із зерном? О, дуже, дуже гарне питання, я вам скажу. Ніхто його не подимав, і я як-то вискочив з голови. На самом-то ділі, смотрите, на сьогоднішній день демередж от на судні, яке стоїть у мене, наприклад, 35 тисяч тонн, демередж на цьому судні составляє $1.5 на тоні. Полтора. То есть судно, стоящее там месяц, теряет $50 на тоне. Это только на входе, еще на выходе, я не знаю, сколько оно будет стоять. 50. Судно то же самое на 65 тысяч тонн шрота, балки. Фрахт на нем порядка 30-40 центов. То есть он, стоя там 40 дней, теряет, грубо говоря, $12-15 на тоне всего лишь на все. Несравнимо с теми потерями, которые теряют владельцы, фрахтователи танкеров. Просто несравнимо. Поэтому, кстати говоря, мы постоянно просим министра. Первое, это груз с добавленной стоимостью. Второе, это рабочие места в Украине. Третье, это возврат валюты. Завод мы себе, например, не можем позволить не возвращать валюту в Украину. Ну, вы знаете эти скандалы вечно, что там среди зерновиков, там
куча налички, невозврат валюты. У нас это просто невозможно этого сделать. Мы под колпаком, под лупой у налогов и всех остальных служб. То есть добавленная стоимость, возврат валютной выручки, рабочие места. Вот, в общем-то, три вещи, которые очень важны. Плюс, on top, да, это то, что демеришь действительно на эту самую готовую продукцию намного больше, чем на балкерах, на кукурузу, на шрот, на пшеницу. Намного просто больше. Вот вы сказали, поэтому мы всегда задаем вопрос, господа, если нам нужна экономика, если нам нужна промышленность в этой стране, давайте объявим, что нам нужна. Для этого тогда надо сделать какие-то слегка, я не говорю, там, дайте мне привилегию, я вот впереди планеты, слегка хотя бы привилегированные условия, чтобы наши танкера и балкера под шрот заходили как-то, вот, ну, с какой-то более часто, как правильно сказать-то, частотой, регулярностью. Это более, да, с большей регулярностью, с большей частотой, чем другие корабли. Они должны иметь какой-то приоритет. Либо скажите, нам не нужна эта промышленность, давайте об этом забудем, нам надо вывозить семечку на экспорт, и пускай там болгары в своей варне с румынами вместе перерабатывают, венгры, пусть зарабатывают на этом деле, и ради бога, и пускай они везут. На сегодняшний день, кстати говоря, вот благодаря такой замечательной работе и блокировке массовых лоток, на сегодняшний день вот то, что мы, и надо гордимся этим, да, потому что мы вместе с нашими партнерами западными выдавили Россию там, с российского, с европейского рынка газа, самый большой рынок, Россия теперь теряет. А мы не задумываемся, что нас сегодня россияне выдавливают из индийского рынка, из китайского рынка. Сегодня туда масло продать, сегодня там практически засилие компаний, таких как Юг-Руси, таких как Эвка, которые грузят из России туда масло. Нас уже туда не пускают. Нас уже там не сильно-то и чествуют, тебе продают дешевле, допинули просто. А наскільки ви демпінгуєте в порівнянні з росіянами? Що-що? Скільки ви демпінгуєте в порівнянні з росіянами? Наоборот, вони демпінгують. Ну, на сьогоднішній день ціни в Індії вже упали. А, ні, я зрозумію. Літній удок. Окей. Просто ми виходимо з ціною там на 1000 доларів, росіяни виходять тут же, ми 250 вам продаємо. Все. Індуси білоросійські. У них ніяких комплексів немає по цьому поводу. Вячеслав Іванович, а це продовження геополітичної історії через те, що ми бачимо зараз зближення Росії і Китаю, і Індії, чи це просто just business? Чесно говоря, по-перше, я не бачу, чесно говоря, уже на сьогоднішній день, після позавчорашнього голосування ООН, якогось зближення Індії, Китаю і Росії. А во-вторых, це час doing business. Ті предлагають дешевле, індуси говорять, ну нічого личного, ну, ладно, русское масло бывает. Берем. Угу. Они также берут бразильское, аргентинское. Просто до этого там было засилье наш, потому что мы могли грузить быстро, эффективно, давать хороший фракт, большую скорость и так далее, и так далее, и так далее. Плюс объемы. Россия в этом плане больше занималась средиземноморский рынок. Такие, как Ближний Восток, Египет, и же Сирия, понятно, это просто их рынок на 100%. То сегодня вот они уже полезли на наши рынки в Индию и Китай. Потому что мы вынуждены теперь занимать их рынки, кроме Сирии, такие как Турция и Египет, из наших мелководных портов, не из мою. Все, глубоководный рынок, вот просто он умирает. Мы за него боролись 20 лет, за этот рынок. Мы создавали этот рынок, индийский, китайский. Сегодня его окучивают россияне. И это никакой геополитики, знаете, это тот случай, когда мы сами себе вредим. В вашому випадку західний кордон не рахується? Ні, ніяк. Та же історія, я ж уже об'яснив. Смотрите, ну, давайте візьмемо. Один завод в Нежині знаходиться, да, там, или в Вінниці, наприклад. Нічого личного, я просто географічно, да. Они покупают семечку вот регионально, да. Мы покупаем ее тоже примерно и в Виннице, и в Бежине, и в Кировограде, и в Одессе. Мы покупаем ее везде, потом доставляем до Одессы. Соответственно, семечка, которая стоит там, абстрактно сейчас не торгуюсь, там у нас 15 тысяч гривен, да, в Нежине она стоит 13, то есть минус доставка. Дальше из Нежина они везут там в Польшу, но предположим, что от нас в Польшу тоже самое. Но у нас уже 50 долларов, сейчас какой 2000, это почти 100 долларов, 60-70 долларов, у нас уже сырье дороже. И нам после этого еще готовую продукцию в Польшу везти. Но у нас никакая экономика не работает. Мы не зарабатываем сегодня 200 долларов. Вы поняли, если кто-то об этом
заработки, дай Бог, щоб вижити. Вячеслав Іванович, правильно розумію, що тиждень у вас вже приблизно як не працює ваш МЕЗ, і це, очевидно, не пов'язано із плановим простоєм. Через те, що планово, це, здається, вже ну, влітку на ремонтні роботи, пусконаладочні. Ну, обично, так, да, обично це так відбувається. Зараз ми стоїмо іменно по причині, що у нас повний термінал масла і повне силоса швота. Полные склады швота, который тоже имеет привычку, кстати говоря, возгораться. Швот – это достаточно опасный продукт, скоропортящийся, имеет привычку загораться, взрываться и так далее. Мы за этим очень сильно следим, чтобы этого не произошло. Но, тем не менее, такие случаи есть неоднократно во всем мире. Если его долго хранить, он может испортиться и вообще загореться. Пожар. Угу. Поза ефіром ви казали, що інвестуєте в будівництво сховища для шроту. Все правильно? Іменно з цих соображень, тому що в умовах війни, скажімо так, якщо до війни наш весь шрот в основному своє масло нагрузили контейнерами в той же самий Китай. Основний ринок був Китай, спасибо нашим сусідям компаніям, опять же, ТІС компанії, DP World і Майерс. Они нам давали хороший фрахт, плюс одесситы давали хороший фрахт, и мы грузили в основном контейнерами. Мы были номер один в Китае, кстати говоря, по импорту в Китай шротов в контейнерах именно. На сегодняшний день контейнера не работают фактически, в нашем, по крайней мере, случае, в тех объемах, которые были раньше, мы вынуждены были перейти на грузку балкерами. Сегодня мы грузим балкерами шрот в Индию, балкера 65 тысяч тонн, соответственно, этот груз надо где-то накапливать. Мы его для накопления развозили там по всем элеваторам и по всем сараям, которые пока нашли в районе где-нибудь порта Южный. Это все очень дорогостоящее мероприятие, потери большие. Потом мы решили сэкономить на этих потерях и построить все-таки свое хранилище. И сейчас, да, мы строим свое хранилище на 50 тысяч тонн. Для того, чтобы можно было накопить именно на лодку. Но опять же, накопить на лодку я не могу накапливать вечно. У меня нет такой возможности. Лодка должна заходить, чтобы забирать этот груз. Если она не заходит, ну вот накопил эти 50, дальше все равно останавливается. Угу. І скажіть, як зараз ситуація із сировиною? Ну, ми розуміємо, що через проблеми із експортними нашими маршрутами вартість зерна і сімечки, вони вочевидь падають. Тобто, здавалось би, маслоекстракційним заводам цікавіше працювати, бо дешевша сировина. Потім кількість заводів зменшилася, бо багато заводів знаходилося на півдні, там де Запоріжжя, знаходилося на тій же самій Луганській області, там в Херсоні був вже той же Каргіловський, да, в Новій Каховці, в Каховці, здається. От, як зараз ситуація із забезпеченням сировиною і цією, здавалось би, що маржа переробки зараз цікава? Ну, ви розумієте, це такий... Расхожее понятие, что маржа переробки цікава. Во-первых, никто не отменил экспортный рынок, правда? То есть я вам перед этим рассказал, как высчитывается фрахт, насколько эффективнее работают венгерские, румынские, болгарские заводы на нашем же сырье. Поэтому мы не можем, что у них там маржа там абстрактно $100, а у нас она 200. Такого быть не может априори, потому что у нас очень дорогой фрахт. Второй момент. Может быть, даже купил золотую семечку, и может быть, даже вот у тебя изначально, ты когда входил в бизнес, у тебя был какой-то джекпот. Но обратите внимание, за последние 2 месяца цена на подсолнечное масло, например, упала в мире на $200, на 200. Цена на шрот упала примерно на $60, на 70. Вот я когда покупал абстрактную семечку там 2 месяца назад и рассчитывал, что я продам масло и вот фрахтовал эту лодку, эти лодки фрахтовал, я рассчитывал, что я продам свой груз и даже частично я его продал. Сегодня у меня большой вопрос. А я его выполню, тот контракт, который продал, или нет? Зайдет моя лодка или нет? Уйдет она отсюда вообще или нет? Масса вопросов. Поэтому вот прямо сегодня на сегодня я скажу, переработка – это абсолютно убыточное мероприятие. Просто убыточное. Вот с такой логистикой я реально просто закрою завод, скажу всем спасибо и все. Но это невозможно так работать. Ты имеешь кота в мешке, покупаешь сырье, знаешь, у нас несколько проблем у завода. Для начала купите сырье, окей, нашли деньги, купили сырье, молодцы, привезли. Все.
продать масло или шрот, захеджировать хотя бы его. На сегодняшний день рынок хеджа не работает вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Ты, соответственно, как и раньше, начинаешь его продавать. Ты его начинаешь продавать, фиксировать свою маржу, тут тебя блокируют лодки. И ты не можешь выполнить те контракты, которые ты продал там 2 месяца назад по форварду там, на $200 дороже. Покупатель сегодня, конечно, говорит, так все, спасибо, ты не поместился в срок поставки. У тебя поставка была аля в апреле, а сегодня май. Крепко жму руку, сегодня цена на $200 дешевле. Все. Какой-то где-то вот в моих словах нашли какую-то суперприбыльность. Я ее вообще тут не вижу. Скажите, ви говорите переважно про сімечко. У вас же мультифункціональний завод, правильно? Тобто ви можете ще й ви ж по тому самому ріпаку можете працювати. Яка тут історія? Ну, рапс на сьогоднішній день вже це дійсно історія дословно. Рапс уехав доблесно ще в октябрі місяця, до октября, точнее, місяця. Його доблесно убрали, доблесно весь Польщу привезли. Тому ріпак от у нас так проскочив незаметно. Ми не встигли навіть його пощупати. Тобто ви просто на по сімечки, тобто немає більше варіантів. Сьогодні без варіантів. Новий урожай, опять пойде новий урожай. Ми, в принципі, готові працювати. Но опять вот с такой логистикой, да я и заводить не буду завод. Мне дешевле, правда, отправить людей в отпуска неоплачиваемые. Но правда, тогда они разберутся, они разъедутся, кто на заработки в Польшу, кто там, я не знаю, в Германию, еще куда, кого-то в армию заберут и так далее, и так далее, и так далее. И все. Потом пособери этих людей. Потом завод запустить, это большой-большой вопрос. Потому что уезжают и находят рабочие места технари, лучшие сотрудники, да. А дворников-то ты найдешь где-то на улице. А вот специалистов, это же оборудование, это электроника, это весьма серьезно, такая, компьютер здоровый, выглядит завод, а на самом деле там все электронная начинка. Специалиста нет, завод-то и всего доброго, крепко жмем руку. Вячеслав Іванович, а по Дунаю працювати... Вот такой цепи. Вячеслав Іванович, а по Дунаю працювати взагалі резонно чи ні? Ну, это то же самое, что працювать через Польшу. Еще раз говорю, я сырье везу сюда. Вот опять берем Нежинский завод. Он там купил семечку на 2000 дешевле, чем я. Он там погрузил это в цистерны, либо там флекситанк. Не знаю. В машину. Я отправил сразу же. У меня 2 операции. Я сначала потом ее переработал, и потом отвез в Измаил Рени. То есть у меня вот сразу же мое масло удорожает, дорожает на стоимость этого транспорта. Он сегодня дешевый. Сегодня от меня увезти масло в Измаил стоит порядка $40. Не дешевая история. По шроту я даже комментировать не хочу. Мне его просто некуда девать. Его на помойку выбрасывать. То, что мы делаем сегодня, кстати говоря, с Лозовой. Мы сегодня ее фактически складируем просто в мешки. Эти будисабек. У нас там все поле засыпано Лозовой. Просто некуда девать. Вячеслав Іванович, ждем следующей зимы, может будет холодно, может рынок появится. Ще до повномасштабного вторгнення, ну, ринок завжди знав, що ринок сімечки – це багато в чому ринок, це ринок кеша. Зараз через різницю між ринковим і офіційним курсом, я розумію, що кеша стало ще більше. Це дійсно так? Ну, це дійсно так, це правда. За вашими розрахунками, скільки відсотків ринку в кеші? На сьогоднішній день я можу сказати, що, ну, я думаю, процентів 70, щоб не сказати 80. Язик не повертає. Ось ці цифри, я сам в них не хочу вірити. Я боюсь в них вірити, але це так. Знаєте, скоріше всього, це так. Знаєте, тому, об'яснення саме просте. Западные банки не финансируют наших украинских ни переработчиков, ни фермеров. Наши украинские банки и подавно этого не делают. Вопрос, где брать оборотку? Оборотного капитала просто на рынке нет, вот, как класса. Да? У нас вот мы еще крутимся на каких-то на своих запасах. Там, какие-то другие большие компании могут себе позволить и это делают. Да? Но основной это рынок. Да? Это как вот ну, как любая экономика, да, ведь основа любой экономики – это не большой бизнес, а средний и малый. Вот так и здесь, да, большие справляются, но они не основные. Основные – это средние и малые, поэтому я говорю, что процентов 70-80.
находится в черном рынке, хотя они рады были бы продавать белую, пушистую и так далі, но не вистачає оборотку. Угу. Ви згадали, до речі, фінансування. У вас декілька, у вас є співакціонери із Європи. Як вони сприймають нинішню ситуацію? Чи протягнули вони вам руку допомоги, чи навпаки це їх там демотивує далі інвестувати? Скажем вежливо, так как бы никого не обидеть, приоткрою тайну, это действительно, что мы с нашими акционерами договорились, и мы приняли решение докапитализировать компанию. То есть мы привлекли в компанию новый капитал. Это как бы из хороших новостей, из плохих, что пока, к сожалению, действительно западные банки, будь они партнерами или не партнерами, у них во всех компаниях или банках есть compliance, есть свои правила, к сожалению, пока что они не готовы финансировать, а уж тем более инвестировать в Украину, к сожалению. Угу. Мы работаем сейчас с некоторыми финансовыми институтами, не буду вам говорить, и очень хорошая перспектива, что мы пробьем такое финансирование, по крайней мере, для нас. Хотя, в общем-то, там проект такой касается всей Украины. Мы работаем, я не знаю, я не могу пока вот пальцы скрещивать. Очень сложно, в этом плане очень сложно говорить с банками, с любыми финансовыми институтами, у всех нужны гарантии, какие-то страховки военные, политические и так далее. Все боятся, ну, объяснимо. Угу. І останнє питання, Вячеслав Іванович, ваші прогнози по цьому сезону в світлі того, що аграрії будуть сіяти більше соняшника, тобто з сировинною базою, в принципі, має бути все добре. З другої сторони, ми маємо чималий експорт насіння соняшника. І друге, взагалі, як зміниться олійний сектор після нашої перемоги, як ви гадаєте? Чи нам треба молитися, щоб він був таким, як був до війни? Перше. Отвечу сразу на первый вопрос. Да, о том, что фермеры сеют много семечки, и урожай, во-первых, до него надо дожить, еще непонятно, он то ли утонет, то ли сгорит, то ли все будет замечательно, не знаю, дай бог, чтобы все было замечательно. Но могу позавидовать в очередной раз заводам европейским, в первую очередь венгерским и румынским, у них будет, молдавским, кстати говоря, у них будет предостаточное количество дешевого сырья, и они смогут работать с весьма хорошей маржой. У нас, к сожалению, вот если будет вот такая ситуация, как сейчас с этими квотами, я это слово боюсь, эти квоты и лицензии, у меня, вы знаете, они вот, не знаю, 30 лет в этом рынке, мне каждый раз слово квоты и лицензии, я сразу так, ну, началось, опять кому-то заносить надо, да сколько ж можно уже, а? Все эти квоты и лицензии, это всегда какой-то занос. Но это уже даже объяснять никому не надо, мне кажется. Но это уже аксиома, которая не требует даже доказательств. Любое распределение, оно именно это подразумевает. То есть, в любом случае, если такая ситуация будет дальше, то, в принципе, спасибо, точнее, завидую полякам, венграм, румынам. Для транзита они разрешат, что в переводе на наш означает, что они наверняка включат давальческую якобы переработку, чтобы украинские компании могли заходить у них перерабатываться и дальше якобы вывозить. Я даже знаю, кто собственник этих заводов, у кого будет счастье. Все тоже предельно ясно и понятно. А нашей промышленности, ну, что я могу сказать, ну, дай бог выжить, в том числе мне, на этом этапе. Если вот такое будет дальше, если никому будет неинтересно способствовать таки экспорту готовой продукции и продукту с высокой добавленной стоимостью, чем самым, потому что это не косвенно, это напрямую поддерживает фермера, потому что фермер в такой ситуации сможет реально получать больше денег за свое сырье, за свою семечку, да. Ее объективность ради, ее возить тоже не самый сахар, она все-таки легкая. Поэтому фермера при экспорте тоже счастья мало, но он это делает без исходки, так сказать, потому что здесь продать не может, а здесь не может продать, потому что вот я не покупаю, я стою. То мне не надо, спасибо. Крепко жму руку. Что будет после войны? Ну, я всегда говорю, в таких случаях, знаете, первое, давайте доживем до конца войны. Дай бог, чтобы она закончилась. Дай бог, чтобы страна выстояла в целом. Дай бог силы нашим ЗСУ, вообще всем нам. Ну, там посмотрим. Я не знаю, что будет после войны. Я оптимист. Я вообще по жизни оптимист.
Я уверен, что после войны Украине ждет большое будущее, большой инвестиционный бум. И в том числе, я надеюсь, что до правительства дойдет все-таки до этого, либо до другого, какое там будет, я не знаю, но надеюсь, что мы когда-нибудь получим правительство, которое поймет, что все-таки, если вы хотите строить страну, то страна должна быть в первую очередь индустриальной. Если вы хотите быть эффективной, высокоразвитой страной, должна быть индустриальной. Я не знаю в мире ни одной аграрной страны, чисто аграрной, которая вот преуспевает. Да? Ну, давайте, например, Аргентина. Да сколько дефолтов там было? Бразилия. Ну, вот, ну что? Говорить еще что-то надо? То есть масса вопросов. Я не знаю ни одной страны аграрной, которая была бы эффективна. То нужна своя индустрия. А индустрия подразумевает, это все. Вот я лично считаю, все Украина. Вот сегодня Турция. Почему сегодня Турция номер один в мире по производству и экспорту муки? Тому що набудувала купу млинів на узбережжі і купує українською російською пшеницю. Отлична історія. А почему они там побудували, а не тут? Кожному своя. Потому что им создали условия, правительство Эрдогана им создало условия, при которых крайне выгодно туда инвестировать. Малый пример, далеко не надо ходить. Масло-жировая отрасль Украины. В 99 году, когда вводились пошлины, я был инициатором этой пошлины, честно говорю, плюньте мне в лицо, если кто-то вдруг захочет. Я это сделал, я этим горжусь. Хоть в чем-то Украина номер один была до сегодняшнего дня в мире, да? Это в производстве, переработке и экспорте подсолнечного масла. Хоть в чем-то номер один. Потому что вот та самая почва на тот момент, она стимулировала миллиардные инвестиции. Миллиардные зашли в Украину, в эту отрасль. Построили суперсовременные заводы, много и так далее. Сегодня эти заводы конкурируют между собой. Обратите внимание, я не плачу, я рад. Отлично, что конкурируют. Это хорошо. Да, маржа уменьшилась на этих заводах. Да, раньше, например, я зарабатывал больше. Да, это было раньше. Ну ничего страшного. Тем не менее, завод работает, и я хочу там дальше строить. У меня еще масса идей, масса планов в голове. Война немного искомкала. Но это так. Надеюсь, поэтому правительство как-то найдет себе силы, мужество и сделает так, чтобы действительно промотивировать инвесторов таки строить переработку той же зерна, те же, не знаю, биоэтаноловые заводы, те же мясопроизводство, комбикормовую промышленность, соответственно, и так далее, строить здесь, на этой территории. И разговоры, а куда же это девать потом? Вот все, вы знаете, все тексты, которые я в последнее время слышал на любых совещаниях, вот они не меняются с 99-го года. Ганьба, село гине, никто не будет выращивать, и куда девать продукцию? Вот слово в слово было в 99-м, в 2000-м, 2002-м и так далее году. Вот слово просто слово, но не меняется. И все вопросы, ребята, ну вот же факт есть. Вот нашли сырье, смотрите, нашли рынки сбыта, нашли, ну вот все же уже работает. Не надо же велосипед изобретать. Уже есть вам пример. Не, это плохой пример. Хороший дайте туда. Ну, хороших нет, надо просто экспортировать кукурузу. Все, точка. Аргументы кончились. Ну, я этого не понимаю, извините. Не понимаю. В этом плане я не вижу будущего за страной вообще никакого. Если так будет продолжаться, мне жаль эту страну, скажу честно. Это моя родина, мне ее жаль. Ну, на одной кукурузе страна... На одной кукурузе, просто на кукурузе и на экспорте этой кукурузы страна точно не выживет. Ну, вы же сказали, что вы лишаетесь оптимистом, тому бажаємо и вам, и нам повернутися до часу, коли Україна була номер один по вирощуванню соняшника, по виробництву олії. Ну, я сам на это надеюсь. Давайте на хорошей ноте действительно закончим, если вы не возражаете. Но и все-таки вот такое все-таки предложение к правительству, ребята, обратите внимание, правда, на высокую добавленную стоимость. Я же не прошу даже за себя. Там еще на сегодняшний день 4 завода находятся в Южном, Черноморске, Южном и Черноморске, да. Они там им деваться некуда, они просто в ловушке. Они либо грузят, либо они стоят, точка. Никаких других вариантов нет. Скажите, что не надо, да люди не будут тратить деньги, не будут покупать сырье, понимаете, да. Скажите, все, не надо нам эта промышленность, давайте закроем, и людей на воздух.
Все, люди все свободны, идите на биржу труда, пускай там кабинет министров разбирается дальше, как вас содержать, этих людей. Если так, если такая политика, ну скажите честно, что это так. Все тоже будет понятно. Тогда мы не будем фрахтовать, мы объявим форс-мажор на рынке. Вот решение правительства закрыть всю масложировую отрасль. Понятно, предельно. Но это будет честно. Так, я опять хотів на хорошій ноті закінчити, пішов плохую. Ну, життя таке. Вячеслав Іванович, дякую за цікаву розмову. Спасибо, Константин.